Всем привет! Еду по городу Юрмала. Еду сегодня 27 мая и еду на открытие курортного сезона в нашем городе. Ну вот хочу вам просто показать, как сейчас у нас выглядит Юрмала. Мая, конечно, у нас наступило просто сказочное время. Красота неописуемая. Все зеленеет, все цветет. В этом году, я не знаю, вообще как никогда цветут яблони, вишни, черемуха. Очень красиво в городе, поэтому хочется гулять. Правда, сегодня день такой не очень теплый. С утра особенно было прохладно, ветер холодный. Но сейчас резко потеплело, и вообще обещали как бы к вечеру уже теплее, и завтра плюс 27. А сейчас у нас на градуснике вот где-то плюс 15 всего, да? Но вот уже снова появляется солнышко. Вот, так что надеюсь, погода будет хорошая, и сможем прогуляться с вами по центру. Все у нас здесь так утопает в зелени, такие сосны, большие деревья красивые. Конечно, очень красиво. Это все город. Едем по улице, которая идет, центральная улица, она идет вдоль берега. Это уже Дублт, это уже совсем рядом с Майери. Здесь большая гостиница построена, Курша называется. Вот вы видите, да, я сама не вижу, что показываю. Да, вот это, да, и там большое такое красивое здание. Так, я на светофоре стою, успела вот снять вам гостиницу красивую. Да, вот это Дублт. Ну, до Майери здесь где-то километр, чуть больше, да. Можно пешком пройтись до самого центра. До улицы Йомас. Вот так у нас здесь. Все, поехали. Вот что здесь творится. Никогда такого не видела вообще. Столько машин. У нас только сирень начала цвести. В общем, цветет в этом году все одновременно. Вот. А здесь вот уже машины, машины. Машины везде. Это все приехали гости на открытие курортного сезона в наш город. И каштаны цветут. Вот такие огромные. И вот я и в центре, на улице Йомас. Тут сегодня очень у нас шумно, весело, интересно. Вот здесь у нас такие киоски с различными сувенирами. Вот, носочки еще продаются. Народ гуляет. Так, жду своих родственников. Где-то они тут должны идти мне навстречу. Вот наше национальное достояние, янтарь. Различные янтарные изделия. Ну, в общем, тут много чего интересного. Какая-то кушетерия дешевая. Ага, вот они идут. Наверное, не видят меня. Ну вот сейчас резко-резко потеплело. Вот то, что обещали у Хиллски, действительно интересные. Потеплело только в тех куртках. Но мне уже жарко. Было очень холодно с утра. О, шопинг. Интересный.
так. Музыка играет. Ну, подожди, на пляже, по-моему, было написано, что на пляже там какая-то кофейница. Ну, вот. Пойдем на пляж, дойдем. Пойдем и на пляж. Ну ладно, пока остановимся. Пока меня не видит. Молодежь попалась, классно. Очень красиво, сейчас еще сниму. Вот такие дома настроили, шикарные. Там здание бывшего универмага, тоже отреставрировано. Это проезжая улица, проезжает здесь. А так как еще здесь улица Йомас, она пешеходная. Да, там ресторан. Помнишь, здесь был универмаг? Когда-то, не помнишь? А я помню. Был еще. О, уже запахи какие, да? Чувствуешь? Вот еще кофейницы. Ой, извините, кафе. Кафешки. О, армянская кухня. Очень красивый дом, территория. Стеклянные окна, все отражается. Красиво. Тут уже напротив красивый ресторан. Очень красиво. Тоже стеклянные окна, все отражается. Вот, мороженое пристает к людям. Так, вот дошли до улицы Турайдас. Это находится, здесь будет концертный зал юрмальский в центре. И эта улица ведет прямо к морю. Вот написано «Юрмалас курорт Светки». Открытие курорта, курортного сезона в городе Юрмала. Идем на Плудмана.